И всем привет, ребят, дорогие друзья. В общем, у нас снова демка, как видите, я играю не сам, а с моим другом, а также подписчиком Бумычем. Поздоровайся. Ну, привет всем. Да. В общем, он немного, что у него с пингом, я не понимаю, почему у тебя такой пинг. Ну, у меня вроде более-менее. Типа. Не знаю, у меня норм пинг. Мне нормально с таким играть, я всегда с таким играю. Понял. Да просто я тебе немного задержка, когда я слышу. Я, допустим, говорю привет, и ты отвечаешь через несколько секунд. Как-то так. Да. Ну ты понял. В общем, я тебе буду. Я буду говорить. Я буду говорить инфу, только этот, как-то пытайся ее уловить. Я думаю, ты понял. Хорошо. Так, лови бомбу. В общем, я на первом раунде попробую обойти. Не удивляйся, я такой вот. Баклан. В общем, ребят, ссылка в описании, подписывайтесь на мой телеграм-канал, телеграм-группу, если хотите со мной сыграть, также ссылки есть в описании, там, давайте, и в комментариях закреплю нам, на мой телеграм. Ух, минус один, которого я не успел, о, М. Вы это видите? А. Ты это видишь? Ты это видишь, да? Да, вижу. Шо, а что это? А как это называется? Не знаю. Нет. Слушай, скинь бомбу, я поставлю на всякий. Газу, чтобы она, если что, взорвалась. Хорошо, газу. Это чего, походу, нас обманывает? Типа, потому что он так... Второй вот тут, посмотри. И второй здесь. То просто у нас лагающий какой-то чел был. Вот так вот как-то. Да. Что-то у них с пингом. Я думал, что тип это тот, который в АФК. Я тоже сначала подумал, потом вижу, что ник не сходится. Тоже сначала подумал. Так, на газу я тоже сюда погазовал. Так, ну здесь будет победа. А кто против нас играет, я не гляну, это печально. Минус один. Понятно. Они, короче, или то ли специально так делают, то ли я не пойму, что за хрень. Смешно. Ой, игра. Хорош. Но мы в любом случае должны затащить, понимаешь? Это важно. Ну так, блин, он все равно в соло, типа. Ну, и хорошо, что-то. Раз такие дела, тогда я буду пытаться как можно быстрее их забирать. Я ору просто. Да у тебя чел просто АФК, боже, не понимаю, какого хрена он так делает, ну ладно. Какой смысл выйти играть и АФК стоять потом? Ну, видишь, он опять, походу, там стоит. Ставлю, чувак, ставлю, не переживай. Ой, ля, какие пацаки вышли, уже играют. Так, ну хорошо, раз они играют, тогда и мы играем, чё. Так у них пинг, я тебе скажу, бешеный просто. Охренеть. А ну я им потом напишу, что они на демке у меня. Просто что они скажут. Мне интересно. Ой, ля. Как ты тут быстро так оказался, охренеть. Ты что, типа флэш, да? Так. Вы у меня на... Мне так кажется, что мы тебя на раз-два добьем. Хорошо. Мне вот. Так кажется, то, что у тебя голд будет. Ну, я думаю, мы должны... Голд, да? Ты уверен? Я что-то не думаю. Ну, да. Ну, мне кажется, либо чуть больше, либо меньше. Но не голд. Хотя посмотрим. Понятно, они, короче, там друг друга обсирают, это хорошо для нас. Ага, увидел. Все, минус один. И минус второй. Все. Если эта катка будет такая быстрая, как в прошлый раз, ну ты это еще и не видел катку, но не суть. Тогда это вообще будет замечательно. И тем более победный. Че вино? Да пофиг, как ходить, боже. Я, блин, пацан задолбал нахер. Подкалывай. Нас не обидеть. Погнали. Оля, походу я слился. А нет. Или да. Ай, я два раза попал, боже, 70. Давай, попробуй только не слей. Блин, я первый сдох, боже мой, я бокожа. Понимаю. А, я вот ее видел, да? Да, у него пин 250. Пин 250. Вот баклазавр. Посмотри еще тап. Да я видел тап. Видел. Видел я. Окончательно? Не, слушай, не. А нам этот, если мы так не будем открывать, нам минус дадут огромный. Это я в курсах, как бы, мы еще и до этого и по 2 раунда я ничего был.
меня. А мой. Я, конечно, в приседе не поиграл, но не суть. У него 400 пинг, чувак. Так, надо быстро с этим как-то завязывать. Я не хочу ту катку затягивать. Он, походу, блин, будет пинг у него расти до 1000. Ха, я мал. Слушай, это интересно, это сколько дымка будет в минут? 5 минут? Уже 5 минут, чувак. Прошлое на минут... Ну, прошлое на минут 10 вышло. Да, понятно. Как-то так. Так, попробуем в мид пойти, я не знаю. Ага, он туда пошёл. Ну, тут имею в виду в апартах уже. Либо нет. А, в апартах. Я понял. Да-да. Хорош. Так, ну уже 6 минут, давай за минуту мы успеем править. Посмотрим. А дальше подсадить меня один. Хочу пожалуйста, попробовать. Туда идти, да? Чи куда? Куда идем? Я не могу, в другое место. Интересно. А, я понял, какой подсад. А, нет, не тот, который я понял. Ну, похожий тоже. Идет. Тут просто можно и апарты чекать, и этот. Можешь уходить, я, в принципе, сижу на коробке. Тут сзади. Блин, я сбакланился. Да я слышу, где-то там был. Ладно, забей. В общем, катка что-то быстро прям пролетела, как мимолетные отношения. В GOAT 1, ё-моё. Ну, победа хотя бы, это хорошо. Так, последняя катка. Возможно, в следующей катке пойдет у нас Варик играть, а там посмотрим. Я буду, скажем, до второй шанс показать себя с другой стороны. Ну, типа, ты нормально отыграл, ничего не скажешь, прям быстро отыграли. Блин, ну я, конечно, слился 2 раза, но забей. Я бакова. Так, одна катка, давай. Что нам дадут хотя бы по серебру? Давай, закидывай серебришко, так нормально. Так, и в итоге нам дают... Ого, и... А... Ну, у него уж понятно, он уровень. Ну, так, ну 40 хотя бы тоже пойдет. В общем, ребят, на этом все. Спасибо большое за просмотр этого премьеры, этого демки. Что смотрели, то ролик благодарю всех. Если кто желает со мной сыграть, ссылки на все ссылки в описании, там на Telegram. Подписываемся, там мы свяжемся и с вами там сыграю. В общем, ребят, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи и всем пока! Пока.